Так, дело вот в чем. Помните самолет предыдущей серии, который мы видели? Так вот, он где-то, оказывается, действительно, этот самолет упал. И нам сказали его найти, я так понял. Вот в чем дело, представляете? Вот так вот. Кроме того, нам нужны болты. Блин, опять эти монстры. Они меня только что... Видите, сколько тут мяса и кровища? Это я их только что распилил. Вот видите, у нас деталь. Ее нужно починить. Опять, видите, они прут ко мне. Это уже невозможно становится. Что-то их слишком много. Не знаю, может быть, это связано с гребаным ритуалом. Здесь вообще ничего нельзя посмотреть. Так, ладно, надо валить отсюда срочно. Давай, быстрее. Че, тинки лучше? Давай. Вот, и еще я только что смотрел телек. Там такое разное... показано. Смотрите, вот машина, нам надо сейчас сюда заехать. Короче, там бабка, представляете, проверила зажигалку и потолкла себе шапку. К чему я это сказал? Ладно, так, что нам надо? А, нам нужно точилу свою починить. Вот, смотрите, вот видите? Чертеж. Да. Все, будем теперь ездить по дороге. Я понял теперь, оказывается... все, что мы... Почему может двигатель ломается? Потому что, типа, мы едем по плохой дороге, не по асфальтированной. Но, блин, как тут можно ездить не по асфальтированной дороге? Вот, пожалуйста, я еду сейчас... Ну, что в ней плохого в этой дороге? Ну, наверное... Нет, не из-за этого, не только из-за этого, а из-за того, что я еще монстров там вырезаю, еще в этих зомбарей, еще что-то. Вот, в общем, сейчас мне очень интересно узнать про этот самолет. Но хотя бы просто что-то такое тайное, интересное. Не просто найти какую-нибудь хрень в самолете. А ты что-то интересное найти. Так, один городской парень умер, отравившись плохой водой. Мне жаль. Да, как и всем нам. Он был военным и просил и попросил нас раздать людям все свои пожитки. Короче, он нажил, я так понял. Последнее, что осталось, вот эта карта. Зачем она? Это армейская магнитная карта. Открывает либо армейские электронные замки. Какие-то у него глаза бегающие. Армейская карта. Да, я видел красная. Это, наверное, сбербанковская. Или Мострранс какой-нибудь там банк. Чуть-чуть. Армейские магниты карты открывают особо военные грузы. Они разбросаны по всему пригороду. Разодержите чертежи, которые повесят ваши шансы выжить. Мы все видели. Мать приняла тебя. Отныне ты один из детей солнца. Как ты видел, если ты был здесь, а я там. Спасибо, Джазир. А что теперь, опять что ли, блин? А, собрание. Продолжайте помогать детям солнца. Упавший с небес, вот видите. Лазарь. А, слушайте, это и есть те самые задания? Ну-ка, смотрите-ка. Азарт. Развилка. Просьба о помощи. А что, мне нужно будет вот эти, что ли, выполнять? Случилось что-то плохое опять. Великий оружейная коллекция. Чуть, подожди. Эй, я ничего не брал. А что такое? Развилка. Народ, поэкономьте-ка желтокорень, который добывал для нас обид. Потому как никто не знает, куда наш друг запропал. Если кто-то услышит о нем. Ну вот этот Джазир. Who's this Sabat? He was supposed to get you guys some medicine? Yes, yes he was. He was bringing us fresh herbs every single week. But we haven't heard from him for too long now. I know, he's probably dead, but we can't be sure. You don't know the man. He wanted to become one of the faces. Ну, скорее всего, он нанял шлюх и где-нибудь трахает их уже две недели. Should look for him then? And what about those fevers? You still need some herbs, right? He lived in a hut out on that rocky island. And yes, he always kept medicine there. Да. Just be careful. Ну, в общем, ничего тут интересного. Он нам не сказал, просто сказал, что нужно искать Сабита. Скорее всего, если от него нет вестей, то, скорее всего, там очень опасно. Ну, мне насрать. Так. Чё ты сразу встань? На колени давай, встал он тут. Так, что тут у нас? Ничего у нас тут в натуре. А, сколько времени-то? Блин, надо бы поспать два раза. Два раза подряд. Слушайте, смотрите, печень бегунов.
Так, а что у нас тут желтым мигает? Я же вроде брал задание. Так. Always said he felt better in the company of animals than people. Yeah, I think I know the type. So he was a natural fit for the faceless? No, that idea came later. He wasn't a believer at first. It was only when he received the mother's blessing that he decided to help her achieve her goals however he could. And that's when he started bringing you medicine. Taking care of some of the needs of our community, yes. And he still lived in the hut? That's quite a commute, especially on foot. And that's what was special about Sabbat. He just wasn't afraid. Not of monsters. Not of the dark, even. He wandered around in the night as if it were nothing special. Thin line between bravery and madness, huh? Короче, мне сказал, что Сабит был психом, грубо говоря, но он никого не боялся, он там наяривал ночью. Ну, в смысле, наяривал, я имею в виду. Ходил ночью, как ни в чем не бывал, не боялся этих живущих тварей никаких. Ну вот сейчас самое время. 9 часов, погнали. Шутка, шутка, шутка. Ультрафиолет. Будем спать до утра. Интересно, а есть ли какую-нибудь тварь, вот эту вот, ее до самого утра дотянуть? Ну, например, с ней играться. И вот уже утро наступает, и с этой тварью играться, играться, и в конце концов... Что произойдет? Он сгорит на вот ультрафиолет или нет от солнечного света? Кстати, в пасмурную погоду та же фигня. Они ни в коем случае не... Сейчас скажу, куда нам надо... Да, далековато. Ну, ладно. По дороге, в принципе, можно доехать, наверное. Вот. Фиолет проходит даже через облака пасмурные, через пасмурное небо. В любом случае, проходит. Что там происходит? Опять кому-то помощь нужна? Я уже помог Нигеру. Правда, я не записывал этот момент. Так, это кислотная хрень опять здесь. Вымыть ее нужно, эту хрень. Так, ну я надеюсь, на правильном пути. На пути истины. Да, вроде прямо. Ну я надеюсь, что я правильно еду. Так. Чпонь! Блин, жопа, 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 жопа. Валим. Или все правильно? А вот хрен знает. Как туда попасть? Это говно. Ладно, давай, погнали. Во, давай, сейчас паркурить будем. Бам! Я помню это место, я здесь уже, видимо, ездил. Я свою тачку вообще в хлам расхреначусь. У меня уже одна деталь сломалась. Ну, хрень, которую нельзя починить. А что будет, если это сломается совсем окончательно? Уже, что уже починить нельзя будет. Что же мне делать тогда? Смотрите. Вот. Вот, видите? Вот это вот. Выбрать. А, нет, тут еще что-то появится. Да. Ну, ладно. Заводим. Тачанку. Ой, как это там называют? Так, тут же, блин, эти. Блин, он, походу, врезался со всей дури в мою тачку, а я остановился на этот момент. Да уйди ты, мерзкий урод. Как же они меня бесят. Ты можешь завалиться? Это тебя ты мерзкий. На. Ой, он еще живой был. Так. Так, может сократим? Хотя не оправлюсь, боюсь, после такого сокращения. Что я сейчас делаю? Так, как тут проехать-то?
Давай вот сюда. Отлично. Ну опять там баба жрет мужика. Типичная картина. Слышь меня кто-нибудь? Есть кто живой? На помощь, мы в ловушке. Мы в доме возле реки, йоу. Да, меня как раз уже сказали, что они в доме. Подожди, а что это за зона какая-то началась? А, зона бегунов, наверное. А чё я их раньше-то этих бегунов не встречал? Видимо, только после того, как задание то выполнил. Только после этого, наверное. Дом возле реки. Вот это что ли? Хоть ничего мышка нет. Так вот. Кто-то все время что-то нам базарит, я не понимаю. Какой-то охотничьей вышки кто-то там так что назвал. Кто там в охотничьей вышке? Че вам там надо? Помочь что ли? Давайте. Вот там кто-то есть, да? Ты гребаный вышки. А, кто это? Фантин. Две обезьяны. He always looks weird. Crane, we did it, we flew. But not with the jetpack. But we found a plane instead. Almost in good condition. Had to make a few adjustments to it. And the gasket broke. All the oil leaked out, the engine seized up. We had to jump out, but Mr. Dahl, our boss... Whoosh! He flew all the way to the west. You have to find him, Crane. You two actually care about someone else. Oh, you wound us, Mr. Crane. Also, Mr. Dahl is a billionaire. He'll make us rich. All right, how am I supposed to find him? Simple. Mr. Dahl has a transmitter in his backpack. That's our insurance. You know, in case he tried to screw us over. Can't trust anyone, you know. Take that tracking device. The beeping will be faster the closer you are to the transmitter. Да. And when you get back, короче, завалить we'll tune красный this tracking голубой. Device so that you'll be able to find other things. Tolga, tell him. Everything that's chipped, Crane. And these days, a lot of things are chipped, aren't they? Military equipment, for example. But first, Mr. Dahl. Go for it, Crane. You can do it. We believe in you. You have to say things like that to people like я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Неважно. Выход из... А, так это еще безопасная зона была. А какого хрена там эти красные были? Вон опять побежали за мной. Так, а мне куда? Мне... Я же уже проехал. А, мне сейчас налево, и там дальше речка. Наверное, или озеро чуть-чуть. Да, я, пожалуй, переплыву его. Давай, погнали. Да хрен ли ты ныряешь, блин? Ты носом сейчас упрешься в этот. В песок. Да, быстрее. Вообще классная кошка, ребят. Это единственная вещь, с которой... Нет, не единственная. Одна из тех вещей, из которой... Ну, неважно. В общем, игру можно похвалить. Короче, я уже на... Блин, а где оно? Далеко. Ну, не очень далеко. Ну, просто я думал, это совсем рядом. А это... Еще, блин, переть. А мне так лень. Поднимается по жизни. Ну, чё? Туда сможем? Наверное, сможем. Блин, да это такого нереального, блин. Это нереальная кошка. Нереальная в том смысле, что такое не бывает в жизни. И нереально крутая. Хоба. Прям с ней, вы, я говорю, уже на 50%, на 70%. Если вы мастер, так на 100% бессмертнее становитесь. Так, вот тут домик, хижина какая-то. Ух ты, ёп. А вот и наш друг, наверное. Ох ты, ёп, ни хрена. Это что такое вообще? Ты офигел, что ли? А, это красный. Я думал, это обычный зомбай. На, надо было со скалы, чтобы они улетели. Бам! Ну давай еще дальше.
А тут не совсем даже можно лететь со скалы. Да завались! Охренеть! Вы посмотрите, что творит. Вот мразь. На! Че, не нравится? Тупая сволочь. Где второй? Добить его. На, давай, валяться. Хрена вот отсюда. Вот гады. Сволота. Ну, посмотри. Вот это вон травы, наверное. $17 за эту мразь мне дали. А что тут серое горит? Подо мной что-то кто-то есть. Так, ну чё, чувак? Открывай. Чё, вот тут что ли? Так, чё, через верх что ли, блин? Как туда войти? Урод, поднимись. Падла, ты чё? Может, через окно? Чё ты делаешь? А, подожди, может тут? Я не пойму, что происходит. Я вообще тут? Найдите, может это не собит? Сохраниловка. Ай, малях, мух, опять же баг какой-то. Ссаный. Слушайте, а может его найти нужно, этого собита? Или подожди. Или подожди, вот тут на. А, вот. Найдите. Чё? Я нахожусь в гнезде. Вы что, издеваетесь? Это гнездо прыгуна? Ну, тогда надо на. Ну, на ультрафиолет я не буду, конечно, переставлять. Jazeer, there's a goddamn volatile hive under this hut. Half of Sabit's stuff ended up down in a cave. I'll check it for those herbs you wanted, but I doubt he's still alive. That's the end of it then. Don't you dare go in there yourself. Those hives are certain death. Wait, I think I heard something. Блин, вот звездец. А, подожди, я выполнил задание? Найдите травы. Прежде чем туда лезть, нужна травка. А, вот что это серое такое было. Опа. Руби его! Holy fuck. Ну, траву бери. Это собит был, да? Он сказал, пощади. No need to tell Jazeer about this. А, выход надо. Давай выйдем. А зачем я его? Это собит был, да, но. А он сказал, пощади. Может, не надо было его убивать тогда? Да я что-то очканул. Ну ладно. Посрать тогда. Так, как отсюда выйти? Вот так же, да? Все, валим. Подожди, найдите травы все-таки. А чем сказал, выйти надо из гнезда? Вход. Он вроде сказал выйти, нет? Травы какие-то найти. Найдите травы в хижине. А, мы ж... Ничего не понимаю. Бля, запрет. Да завались ты уже. А, все, понял, в хижину. А нафиг мы туда лезли, если вот тут трава есть. Вход в темную область. Почему вход? Может быть, тут что есть? Да ёптить. Перебор, что ли? Ништячок. Открывай, травку давай доставай. Оу, oh, е. Yeah. Ух ты. Но 800 это не очень. Ну это посмотри. А хотя смотрите-ка, а что это коса у нас такая фиговая? 838. А это 1000. Да, давайте-ка на место этой косы поставим. Ну я не знаю.
Топор радуга нет. Может ее выкинуть, эту косу? Или подожди. Стоп, стоп. Коса 838, а это 739. Ладно. Так, трава нужна. Травка, травка. Травушка, муравушка. Подожди, а где трава-то? Хренакс. Ну, где трава? Ау. Не понял, что-то. Звездец какой-то. А вот. Нет. А, подожди, вот так надо сделать. Все равно ничего не видно. Ну-ка еще раз. Да блин. Че за нафиг? Найдите травы. Ну, я нашел, вот трава какая-то. Че за нафиг? Еще раз, Q нажимаем. Ни хрена не понимаю. Слушайте, может тут что? Может все-таки... А, подожди, вот. Все, я понял. А что там интересно, кроме этого сабита? Что там в этом логове интересно еще? Далеко там. Ну, там написано много бегунов, ну хотя я видел только вот этого одного сабита. Скоты, еще мне хрен вылезешь отсюда. Фигак в булыжник. Все, давай, валим отсюда. К хренам. Короче, видимо, сабит спал. Или, может быть, еще хуже, на туалете сидит. И фигак туда. Собака! Все-таки кошка... Охренеть. Я в шоке. Я думал, я кошку сейчас зацеплюсь. Ну, где я теперь? Ну, все, у меня задание. Так, ну, допустим. Ладно, ребят, вы мне обязательно пишите, если вдруг вы не будете убивать этого сабита, вы мне обязательно напишите, что с ним там произойдет, если его не убивать. Он нас убьет, этот сабит. Собака, давай. А, или нет. Ну, в смысле, что он нам скажет? Мне кажется, он нас прибьет. Вот почему вход в темную область? Фу, Хуанхэ. Так, ладно, важно. Давай. Ускоряем полет. Ускоряем наш шаг. Говняная хрень. Так. Далеко там бежать? Не, не очень. Ну хотя, я ее даже не вижу, эту машину. Поэтому далеко. Слушай, мне кажется, или периодически сохранения происходят. Так, с тем чуваком я не хочу связываться. Кто является самым опасным гребаным монстром в этой игре? Как вы думаете? Зомбарем. Мне кажется... Ну, я, конечно, понимаю, что самые зверские это ночные эти прыгуны. Так, но... Если их брать... Не брать их в счет. В счет. Вообще опасным... Да, сложно сказать. Ну, одним из... Вот, пожалуйста, вот эти мрази, они одни из опасных. Потому что они кучкой ходят еще. Ну, не всегда, но бывает. Вот. А другие из таких опасных, это, наверное, вот эти красные камикадзе, которые... От гигантских мутантов я не беру в счет, потому что они медленные. И пока они там свою волыну будут доставать и кидать, ты уже засадишь им свой... Неважно, в общем, что-нибудь вы ему там засадите куда-нибудь, пердак. Пердак у нас, а он там не... А, бля, вот про это я и говорил. Взрывная вот эта хрень. Но если у вас есть какой-нибудь... Не знаю. Ну, сейчас у нас машина есть, поэтому нам все нипочем, можно сказать. Так. Давай.
Короче, опасны те, кто на карте отмечены. Это точно. А вот эти обычные зомбари, они на карте не отмечены. Слушайте, интересно, а если я говном измажусь, то я ночью смогу чувствовать себя комфортно, ну, я в игре. То есть меня будут бить, догонять эти вот прыгуны те самые. Если я измажусь кишками других монстров, мутантов, зомбарей. Ну, неважно каких. На любых. Я лично понять. Я вот не помню вообще, я когда-нибудь убивал прыгуна вот, чисто вот. В первой части. Это же... Я даже не знаю, что это, кстати. Дополнение или вторая часть? Вы же знаете, они любят...